Всем здравствуйте, я Исамова Амина, я из Казахстана, из города Астаны, столицы Казахстана. Я занимаюсь рисованием уже более 6 лет. Я с детства очень любила рисовать, но вообще никак не могла пойти в школу рисования, так как меня отдавали в разные кружки. Танцы, пианино, фигурное катание и тому подобное. Но вот в 3-м классе я смогла пойти к Алижанке, и она могла мне подарить то, что я очень давно хотела. Умение рисовать, научилась всему этому, и благодаря ей сюда попала. И вот, как-то я вот сидела, читала одну интересную книгу такую, корейскую, новеллу. И вот мне понравился главный герой этой книги, Кейл Хейнкус. Он очень многое пережил, очень много трудностей, и вот тот радостный момент, когда он собрался с семьей, родными, близкими и так далее, я решила запечатлеть, так как у них очень долго шла борьба против очень древнего врага и тому подобное. И вот этот момент, он радостно смеется.